и в действительности то, что относится к выставлению себя на показ. Это когда женщина выходит, умастившись благовониями, надушившись. И на самом деле это то, что противоречит тому, что приказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поистине пророк, мира ему и благословения, сказал: «Поистине, если женщина надушилась, а затем прошла между собрания людей, то она такая-то и такая-то, то есть прелюбодейка». Этот хадис передал ат-Тирмизи.